Работоспособность системы аудиопротоколирования ФИМИДа проверена. В открытом судебном заседании после перерыва продолжает рассматриваться гражданское дело по иску акционерного общества ВСК «Хоняк» Татьяне Викторовне о взыскании ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия. Дело рассматривается Ленинским районным судом города Мурманска в составе судьи Завражного. Приведение протокола судебного заседания секретарем Суровец. Явка была доложена. Явился представитель ответчика на судебное заседание, который участвовал в разбирательстве дела до перерыва. Для аудиопротокола предлагается сообщить только фамилию, имя, отчество. Если не изменились никакие другие данные, их не называть. Мамаев Владимир Владимирович, те же самые данные. Отводы ходатайства после перерыва какие-либо появились у вас? Кроме того ходатайства, да, которое было заявлено? Нет, больше ничего. Вам предлагается сейчас уточнить ваше ходатайство и сформулировать, какую вы все-таки экспертизу просите, дополнительную либо повторную, и по каким вопросам, какие вопросы вы предлагаете поставить? Уважаемый суд, хочу обратить внимание вообще, почему я прошу экспертизу и прошу ее за счет федерального бюджета. Я в предыдущем судебном заседании обратил внимание на то, как было вынесено определение назначения экспертизы по другому делу, где участвовал Чебыкин Николай Васильевич, адвокат, и это судья Маслова. Мы с ним как бы беседовали, и он мне сказал, что на самом деле сейчас есть судебная практика, Верховный суд уже сказал о том, что когда обязательно проведение технической экспертизы, ну, то есть по обстоятельствам дела, то есть невозможно дело рассмотреть, не проведя соответствующие экспертизы, то суд по собственной инициативе выносит, скажем так, определение о назначении судебной экспертизы, соответственно, раз по собственной инициативе, соответственно, он это выносит за счет федерального бюджета. Поэтому вот когда мы рассматривали там определенное дело, он сказал, что как бы он не согласен с определенными доводами, вот. И как бы я его не понуждал к тому, чтобы он все-таки заявил ходатайство о назначении экспертизы, судья там, скажем так, не помогала ему прийти к этой мысли, он стоял на своем, что мы не будем ходатайствовать об экспертизе, и в конечном итоге судья вынуждена была все-таки назначить экспертизу. То есть мы предоставили оценку, но за пределами, скажем так, судебного заседания, то есть до подачи искового заявления была произведена оценка о стоимости ущерба. Вот. А он в суде только сказал, что как бы у меня нет доверия данной экспертизе, мы считаем то-то, то-то, то-то. И судья вынуждена была согласиться с этим, что нужно как бы провести судебную экспертизу. И по собственной инициативе назначила. Да, единственное, он там сказал, что как бы почему он не заявляет ходатайство, потому что денежных средств нету и его доверительница не может платить. Я как бы по аналогии хочу здесь ту же самую мысль до вас довести о том, что моя доверительница уже и так потратила много денежных средств, поэтому она просит провести повторную экспертизу, именно повторную, не дополнительную, а повторную, по тем же самым вопросам, возможно, туда добавить какие-то дополнительные вопросы. Но я просто хочу обратить внимание, что ту экспертизу, которую мы получили, она не отвечает определенным требованиям. Все основано на предположениях, и мне очень сильно смущают выводы, начиная с пункта 3 и до пункта 8. То есть они все основаны только на субъективной оценке эксперта, его видения, его толкования вот этих норм правил дорожного движения. Он все-таки не юрист, он все-таки не суд, он все-таки не имеет права, скажем так, давать именно оценку с точки зрения виновности. Его задача установить технические определенные параметры. Если их возможно установить, если их невозможно установить, он так и прямо должен заключение указать. Но он этого, к сожалению, не сделал. Почему? Потому что вот я в прошлом судебном заседании не обратил внимания, откуда он эту формулу взял, почему он говорил про 0,3 секунды реакции. Я смотрел в интернете разных источников, там другие временные интервалы. Более того, почему-то для водителя Рено он подставляет одну секунду, а для водителя Volkswagen, то есть моего доверителя, подставляет 0,3 секунды. А в какой формуле это вы заметили? На каком вопрос месте? Номер три. Вопрос номер три. Вот он как бы два раза идет расчет. В первом, значит, он пишет здесь Т1. Одна секунда, время реакции водителя в сложившейся ситуации. Это какая страница экспертизы?
Все понятно, 15-я страница. Да, вот обратите внимание. Вот, ну, этот вопрос не задавали на прошлом, до перерыва. А тогда, смотрите, я тогда просто к чему вел? К тому, что в принципе эту формулу мы не можем применять, потому что он сказал о том, что как бы, ну, вывод в итоге это условный при условии, что берем 30-40 километров в час. Как бы здесь как бы очень большие разногласия были, потому что до этого он установил, что невозможно установить скорость, потому что движение транспортов было неравномерно, то есть то ускорение, то есть зафиксировать скорость в принципе невозможно. Поскольку водители двигались с ускорением, потом замедлением и так далее. То есть этот момент. Ну, я еще обращаю внимание, что вообще непонятно. Я, конечно, математически не пересчитывал, как эти цифры получились, но я просто смотрю на текст. Я смотрю на текст, что значит, во второй формуле, во втором расчете берется, пишется, здесь Т1 равно 0,3 секунды. А здесь пишет Т равно 1 секунда. Я не могу понять, почему нету ссылок на какой-то норматив, почему я не могу перепроверить. То есть есть список в начале литературы технической, которая, нормативной, которая используется, а я не могу даже проверить, ну, откуда он, по каким параметрам он эту формулу взял, а почему именно такой временной промежуток. По мне так наоборот должна браться больше время реакции водителя, который ехал сзади. Потому что вот у него, я объясню почему, что у него как раз меньше шансов было вовремя среагировать, потому что у него не просто увидел, это, допустим, красный сигнал, это стоп огней, а ему нужно целую осмыслительную деятельность было провести. То есть он должен, чтобы увидеть опасность, должно было пройти очень много времени. То есть он, ну, он не может, у него ни радар, он не может определить, с какой скоростью едет впереди автомобиль, с замедлением, не замедлением. То есть после того, как только он увидел о том, что автомобиль, возможно, замедлился, потому что, ну, он это может сделать по соотношению того, что он начинает приближаться к объекту. То есть это все физические процессы у человека, которые длятся гораздо дольше. Одно дело, ты увидел красный светофор, это сигнал, чик, у тебя сразу ответная реакция. Красная опасность по тормозам. А тут ему нужно было провести целый анализ, принять решение, тормозить, не тормозить, есть опасность, нет опасности. Более того, он не видел вообще причину. То есть очень много нужно было думать, прежде чем затормозить. И потом я хочу обратить внимание, что все-таки фотографии, видеозапись, это все снято на технику с фокусным расстоянием, эквивалентное фокусное расстояние не 50 мм, как у глаза. Вот эта техника с такими фокусными расстояниями, как там на телефонах и тому подобное, ну, так называемый рыбий глаз, она перспективу удаляет. Оно кажется, что далеко, а на самом деле это близко. Вот, допустим, вот я сейчас стою, да, вот я полностью помещаюсь. Но человек, если снимает на фокусное расстояние 50 мм, ну так принято просто, то минимум искажения перспективы в этом происходит. Ну это если на пленку 35 мм, если фотографировать. Понятно, что в зависимости от той матрицы, на которую падает свет. Поэтому говорят, что эквивалентное фокусное расстояние. Просто я к чему хочу обратить внимание, что там настолько были маленькие расстояния, что скорее всего остановочный путь, который и тормозной путь, они изначально даже вообще никогда не находил тот момент, когда он уже ушел в отрыв такой, который бы позволил моему доверителю нажать на тормоз и избежать столкновения. Потому что мы все прекрасно знаем, как автомобили в потоке движутся. Тем более на светофоре. Все начинают примерно одновременно начинать движение. Понятно, что не прям секунду в секунду. У каждого человека есть своя реакция. Кто ближе к светофору, тот быстрее замечает, что пора двигаться, они подготавливаются. Для этого есть предупреждающий знак светофора желтый, то есть подготовка, все. Поэтому если, не дай бог, там кто-то задержится на доли какие-то секунды, ему начинают пипикать и все там начинают нервничать. Поэтому все так или иначе начинают примерно равномерно трогаться. Сначала, ну, первый автомобиль едет, потом там с каким-то запозданием второй, третий, и так весь поток поехал. Понятно, что постепенно они вот растягиваются, то есть, ну, впереди стоящие автомобили постепенно уезжают, ну и, соответственно, они разгоняются. Здесь же ситуация была какая, что буквально только начали ехать, причем в условиях гололеда и тому подобное, просто физически они не могли друг от друга сильно оторваться. Более того, в таких маленьких расстояниях, чтобы
вот эту мозговую деятельность провести, чтобы оценить, что вот этот автомобиль увидел какое-то препятствие и сбросил газ. То есть, во-первых, он должен понять, что он сбросил газ. Ну, то есть, это можно понять только после того, когда пройдет какое-то время, когда человек, который едет за другим водителем, он поймет, что он это сделал. Путем, увидит, что уменьшается расстояние. Только после этого ему мозг скажет, ой, что-то тут не то. Он начинает тормозить. Он не просто едет, а он тормозит. Потом должен целый анализ сделать в голове, почему он тормозит. Может быть, он сейчас дальше поедет. Ну, то есть, ну, мало ли бы там скорость переключал, там еще. Ну, то есть, вот такие моменты. В пределах вот этих маленьких расстояний это крайне тяжело сделать. Почему мой доверитель так сильно возмущается? Она просто физически не могла никак среагировать. Понимаете, это вот в этом-то суть и заключается. Одно дело, если бы они ехали там в потоке, да, там не соблюла дистанцию, там кто-то затормозил, и она затормозила, там гололед и тому подобное. Здесь другая ситуация. Здесь они ехали с ускорением, только-только начинало все это развиваться, вот, и ее реакция просто физически не позволяла избежать этого столкновения. В чем ваши сомнения в правильности и обоснованности данного заключения применительно к вашему ходатайству о назначении повторной экспертизы? В том, что эксперт, ссылаясь на техническую точку зрения, вопреки определению этому технической точки зрения, берет и ссылается на субъективные данные, как себя, так и из объяснений беря, что прямо получается запрещено делать. Потому что он технически должен определить, он должен руководствоваться физическими параметрами. Там скорость, там, ну, вот такие вещи он должен установить. А если невозможно установить, он должен честно так и написать, что в данной ситуации я бессилен, я не могу этого сделать. Либо нужно истребовать там какие-то другие материалы. Почему я просился туда? Почему я говорил о том, что нужно выйти на место, чтобы вы глазами увидели, какие там расстояния? Вот дорожка, вот по знакам как бы... А вы намеревались эксперту иные материалы представить? Я намеревался, чтобы на месте мы это конкретно, я говорю, я физически ходил, я прямо на телефон снимал, я в Яндекс.Карту заходил, я не знаю, скидывал, не скидывал это, я смотрел прям как, где автомобиль находится. То есть, ну там условно говоря, шагами можно просчитать вот от, как он называется, от зебры вот этой вот, где машины стояли, как стояли. Ведь по внешним вот этим данным можно прийти и на месте точно сказать, сказал, стоял автомобиль здесь. И уже без каких-либо искажений, ну, я имею в виду визуальных, прям посмотреть, как вот на самом деле, вот просто смотришь и понимаешь, да, это нереально. Это нереально так затормозить при таких маленьких расстояниях. А почему вы полагаете возможным проведение повторной экспертизы за счет средств федерального бюджета? Не первоначальной, а именно повторной? Потому что в моей доверительности... Вот у вас возникли сомнения в правильности и обоснованности. Ну, уважаемый суд, я считаю, что тут сомнения, мне кажется, здесь сомнения, они очевидны. Они, по-моему, очень очевидны, потому что сами эксперты дали объяснение о том, что вот они на вопрос номер 3 ответили вот условно. На ответ номер 4, где про стоп-сигналы говорится, они тоже в конечном счете уклонились. Вы понимаете, там очень много вопросов, которые, ну, если сейчас их подробно каждый разбирать, то это, на мой взгляд, ненадлежащее качество оказанных ими услуг. Да, я как бы заявлял ходатайство, потому что я, извиняюсь за выражение, купился на название этой организации. Там трассологическая, вот это вот, знаете, я думал, что вот будем приходить на месте. Там. Они уже по-другому называются. Да, да. Я потом уже в судебном заседании, вы когда спросили, почему у вас изменилось наименование, я понял, что, как говорится, вот именно такую организацию я не заявлял. Чисто на название повелся, что вот именно красивые там слова. Это одна организация. Это одна организация. Ну вот они, я говорю, вы спрашивали, почему я обратился, ну именно их обратил внимание. Из-за красивого названия. Потому что я исходил из того, ну что мы должны провести, это моделирование, эксперимент. Вот это трассологическое исследование, то есть это вот когда на месте там все определяют, делают замеры. То есть, ведь в конечном итоге, даже не имея определенной скорости, да, объективные данные, всегда можно там, не знаю, по каким-то таблицам, справочниках, при определенных условиях, все равно примерно все на светофоре трогаются примерно одинаково. Хорошо, заслушав ваше мнение и ходатайство, суд определит по доводам заявленным, признать его необоснованным и в его удовлетворении отказать.
учитывая, что ранее было удовлетворено ваше ходатайство о вызове и допросе экспертов. Протокольное определение сформулировано таким образом. Далее, перед исследованием письменных доказательств какие-либо иные ходатайства у вас будут? Да нет, какие тут могут быть ходатайства? Все достаточно, на мой взгляд, просто. Мы должны установить вину. Если вину установить невозможно, мы должны это как-то зафиксировать, а именно зафиксировать экспертизой, ну, на мой взгляд, не вот этой экспертизой. Это не экспертиза. Я как бы сказал, что я опорочил, мне кажется, достаточно хорошо в судебном заседании, что мы не имеем права ссылаться на эту экспертизу. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Суд перейдет к исследованию письменных доказательств. Исследуются материалы гражданского дела 2-15-12-20-23 в полном объеме с 1 по последний лист. Суд отдельно исследует, что по заключению экспертному, которое было составлено по инициативе финансового уполномоченного при рассмотрении обращения гражданина, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства без учета износа составляет 192 090 рублей. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа 182 600 рублей. При рассмотрении спора в Октябрьском суде проводилась судебная экспертиза, которая установила, что стоимость восстановительного ремонта без учета износа 247 300 рублей, а с учетом износа 235 500 рублей. Суд взыскал сумму, исходя из стоимости восстановительного ремонта без учета износа. Исследование письменных доказательств объявляется оконченным. Будут ли какие-либо иные дополнения ходатайства после исследования, после заслушивания объяснений, исследования письменных доказательств? Уважаемый суд, я хочу обратить внимание на те документы, которые есть в материалах дела. Вы правильно обратили внимание на то, что требуется все-таки дополнительная экспертиза. Я сейчас поясню, почему. Потому что те материалы дела, которые они дополнительные. Неповторные, дополнительные. Те материалы, ну это может быть комплексное, мы можем то и то, как бы все вместе в одну кучу сделать. Но, по крайней мере, в рамках того, что мы сейчас изучили, мы видим, что истцом заявлена конкретная сумма, исходя из некого решения суда Октябрьского районного суда города Омска. Правильно? Подождите, а почему вы считаете, что они исходили из решения? Они исходили из тех расходов, которые понесли на оплату ремонта транспортного средства. Эти документы они представляли в другой суд. Они просто говорят о том, что возместите нам расходы, которые мы понесли. Неважно, там по решению суда, не по решению суда, неважно. Я сейчас немножечко о другом говорю. О том, что тот ущерб, который был взыскан, либо заплачен застрахованному лицу, он был как-то установлен. Естественно, он изначально был установлен, как вы там сослались, на организацию там 180, там, условно говоря, тысяч. Одна сумма была, но, я так понимаю, застрахованному лицу, то есть там владельцу автомобиля Логан, эта сумма не понравилась. И в судебном порядке они провели другую экспертизу, и сумма увеличилась. Потом еще какое-то там исковое заявление. То есть у нас, получается, постоянно есть неопределенность в размере ущерба. Мы не специалисты. Мы не можем оценить реальность ущерба. Но то, что мы видим следующее, что рассматривался вопрос о размере ущерба без нашего участия. То есть разрешился вопрос, который касается наших прав, а нас туда не привлекали даже в качестве третьего лица. Соответственно, в данном судебном заседании привлечены третьи лица, заинтересованные. Это уже их дело, участвуют они, не участвуют, возражение там предоставляет, не предоставляет. Но, по крайней мере, у нас не было возможности участвовать в других делах, хотя по логике суд должен был нас туда привлечь, потому что те интересы, которые там они решали, затрагивают и наши интересы. Если бы у моего доверителя была ОСАГО, ну то есть не было бы порядка вот этого регресса, или как там, суброгации, вы говорите, ну то есть не было, ну понятно, что я могу
сейчас что-то запутаться. Я мысль до вас донес, что на данный момент говорить о том, что конкретная сумма установлена, и она установлена специалистами, невозможно. Просто напрашивается по инициативе суда дополнительная экспертиза по вопросу размера ущерба. С учетом возможности всем заинтересованным лицам участвовать, знать об этом. Владимир Владимирович, по экспертизе финансового уполномоченного установлено, что размер ущерба еще больше. И финансовый уполномоченный отказал в удовлетворении обращения потребителя, сказав, что выплачена сумма. Ну, я насколько помню, вы там говорили 180 какой-то, там меньше его суммы. Это заказ нарядный. Вы не ознакомились с материалами дела. Ну, я, может быть, тогда вы оглашали эту цифру услышал. Достаточно внимательно. А можно тогда вернуться к тому делу, которое я здесь не делал, к тому листу дел. Хорошо, ваше ходатайство о более подробном исследовании отдельных материалов. То есть первичная экспертиза, опять же, на которой мы не присутствовали, нас не извещали. Не спешите. Я на слух просто воспринимал то, что вы ознакомились с материалами дела, где имеются об этом сведения. В полном объеме с первого по последнему. Ну, я там указываю, по какую страницу возможно. Значит, представлен был ремонт калькуляция и заказ снаряда на сумму 214 190 рублей страховщику. Страховщик эту сумму оплатил потерпевшему. 214 198. Платил. Эту сумму с вас взыскивают. Это понятно. Пишите. Финансовый уполномоченный устанавливает. Ту сумму, которую не оплатили, они пытаются ее сейчас взыскать. Как бы здесь вопросов нет, все понятно. Но оценка-то была на другую сумму, не на 214 тысяч. Финансовый уполномоченный устанавливает, что 190, нет, значит, вы верно остановили, 190 тысяч 090. Это без учета ущерба. Без учета износа. Да, а там, то есть, ну я говорю, я зафиксировал те цифры, что изначально оценка была на меньшую сумму. Понятно, что они заплатили большую сумму, уж по каким причинам я не знаю. По судебной экспертизе установили, что... Что-то там 235 вы говорили. Нет, без учета износа, рыночная стоимость восстановительного ремонта 247 300. Да. 247 300. А с вас взыскивают 214 198. Понятно. Но вот эта экспертиза... И суд еще-то взыскал до этой суммы 30 000. То есть стоимость восстановительного ремонта определили даже больше, чем с вас взыскивают сейчас. Так я про это и говорю, что определили за рамками нашего участия. Ну да, с вас не взыскивают эти 30 тысяч рублей сейчас. Я не говорю про то, что они дополнительно еще 30 тысяч там довзыскивают. Вы сейчас полагаете необходимость экспертизы по стоимости восстановительного ремонта? Я говорю о том, что нужно исключить из числа доказательств, ну, каждая сторона должна... Вы сейчас сказали, что ходатайствуете о назначении дополнительной экспертизы. Да, да, за счет федерального бюджета. По вопросу размера ущерба. Стоимости восстановительного ремонта? Стоимости восстановительного ремонта. А вы не допускаете, что он будет еще больше, чем с вас взыскивают? Я могу допускать все, что угодно, но, на мой взгляд, как Верховный суд сказал, я в самом начале обратил внимание, что если возникают в ходе рассмотрения дела какие-то вопросы, которые требуют технических познаний, ни я, ни вы не специалист. Мы можем только предполагать, что может быть больше. Я понимаю, почему вы так предполагаете, потому что рынок, как говорится, цены дорожают, все дорожает, все. Это понятно, я могу это предположить. Но экспертиза – это точная наука, о чем я говорил, что если есть формулы, есть показатели, нормативы, там какие-то коэффициенты, они должны быть положены в формулу и посчитаны. И указана конкретная сумма. И человек должен увидеть, как это получилось. И если один
одна экспертная организация устанавливает одну сумму, потом другая устанавливает третью сумму, потом кто-то там дозыскивает, какие-то споры идут, а мы в этом не участвуем, так нарушаются наши права, понимаете? Дело разрешено без нашего участия, но касается наших прав непосредственно, потому что в порядке суброгации мы в итоге потом должны заплатить то, что они там между собой спорили, а мы даже не знаем, о чем там спор. Мы не имели возможности, как третье лицо, заявить какие-то там свои возражения, свои доводы привести и так далее. Я говорю, если вдруг суд так получилось, разрешил какие-то вопросы, которые затрагивают наши права, значит, они как минимум здесь должны быть разрешены. Я это так понимаю. Значит, мы должны провести экспертизу на момент, когда это было возмещение произведено. Соответственно, назначить новую экспертизу, чтобы нам дали оценку стоимости восстановительного ремонта на определенный период времени. Почему суд должен назначать ее за счет средств федерального бюджета при наличии сведений о проведенных как минимум двух экспертизах? Одной финансовым уполномоченным, даже трех. Другая экспертиза проводилась потерпевшим при предъявлении иска в Октябрьский районный суд. И третья экспертиза – это судебная, которая была назначена при наличии двух противоречивых экспертиз. Но это все понятно. Полагаете, еще необходима четвертая экспертиза? Здесь вопрос в том, насколько те доказательства, которые были получены там в других судебных заседаниях, на данный момент относимы к нашему делу и законны. Я к чему обращаю внимание? Ну, есть определенный порядок. То есть, если мы не участвовали, да, в процессе, В Октябрьском суде. Конечно, то как-то вопрос разрешился касательно наших прав. Мы теперь страдаем от этого. То есть это недопустимое доказательство, оно незаконное. То есть оно не может быть положено в основу именно нашего решения. Потому что, как вы правильно заметили, это судебная экспертиза в рамках судебного дела. Потому что вот я сейчас готов сказать о том, что вот да, там какая-то изначально фирма проводила экспертизу за пределами судебных разбирательств. То есть просто оценка, это даже не судебная экспертиза, это просто оценка восстановительного ремонта. Я могу сказать, что я не доверяю данной оценке и прошу провести судебную экспертизу. Но поскольку при изучении материалов дела сейчас выяснилось, что тут гораздо все сложнее, оказывается, и застрахованное лицо было не согласен с определенной суммой, и целый спор был, и проводилось несколько экспертиз, и несколько решений судов было. Соответственно, если это все происходило без нашего участия, ну как минимум, с точки зрения Гражданского процессуального кодекса, чтобы сейчас рассматривать эти документы, мы не можем как доказательство. Мы должны все-таки провести экспертизу, которая будет учитывать все права. То есть все третьи лица должны быть привлечены, третьи лица, я имею в виду заинтересованные лица. Это все участники дорожно-транспортного происшествия. Ну, по крайней мере, известны нам на данный момент. Ну, потому что мы видим изначально, что первая оценка была на меньшую сумму, потом в рамках какого-то судебного разбирательства была увеличена сумма. По какой причине? В связи с чем? Почему мы не участвуем? Во-первых, почему нас не привлекли? Ведь суд видел, что мы как бы там сторона однозначно напрашивается. Вот вы же привлекли водителя, там, собственника Логана, правильно? Привлекли. Ну, так же должен быть сделан Октябрьский суд. Он же видит в материалах, по материалам, что как бы есть заинтересованные лица. Тем более видит обстоятельства о том, что как бы у моего доверителя не было ОСАГО. Он прекрасно понимает, какие последствия дальше будут. Почему нас не привлекли? Вообще возникает вопрос, под сомнением законность того решения, которое вот состоялось. Мы там не сторона, поэтому как бы мы его обжаловать даже не могли. Поэтому уже в рамках этого дела мы и говорим, что все-таки нужно установить стоимость восстановительного ремонта, исходя из цен, которые были на тот момент, когда вот эти вот работы были проведены. Но по процедуре они должны быть проведены, как положено, с извещением всех лиц, с привлечением их участия в дело. Ну, я так понимаю, они привлечены, извещены, определение, то-то, вопросы и так далее. В
том числе и право участвовать. Потому что, ну, как я в предыдущем судебном заседании обратил внимание, никто не извещал нас на том, что, как говорится, будет проводиться экспертиза. Это наше право. Нас, вот, если у нас право есть, мы должны этим правом воспользоваться. Как участвовать в экспертизе, как участвовать в судебном заседании и так далее. Ну, уважаемый суд, на мой взгляд, это достаточно очевидно, я сейчас говорю, ну, очевидные вещи. Мы, когда вот эту экспертизу заявляли, мы прекрасно понимали, что... Суд ставил тогда на обсуждение вопрос о назначении экспертизы, в том числе по стоимости восстановительного ремонта, и вам это предлагалось сделать. Сразу включите эти вопросы... Уважаемый суд, я же вот обратил ваше внимание на предыдущую позицию адвоката Чебыкина Николая Васильевича. Сейчас короткий перерыв будет объявлен для проверки срока рассмотрения этого дела, ориентировочно 5 минут. Что-то забегали. Что-то пошло не так. В связи с заявленным вашим ходатайством в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения этого дела суд вновь объявит перерыв. Для истребования дела из судебного участка номер 1 Октябрьского судебного района этого дела. И вот такой дополнительный вопрос вам будет задан. Вам известно, что на судебном участке ведется параллельно производство по делу ВСК «Ханяк» о взыскании денежной суммы? Она что-то говорила, но я не вдавался. У нас на эту тему нет договора. Но если будет что-то истребовано, буду изучать. Я в рамках только этого дела рассматриваю. Нет, это к вопросу о том, что предположительно там взыскивается... Как раз таки та сумма, которая была взыскана мировым судьей Октябрьского судебного района. Вот я говорю, что должно нормально все как-то в одном месте это все рассматривать. Если есть дела, разбросанные по всему Мурманску, значит их надо в одном деле рассматривать. Так а как же правило подсудности? Там взыскивается 30 тысяч рублей в районном суде, это не может быть рассмотрено. Ну, если в определенных случаях можно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если есть взаимосвязь того дела с этим делом, конечно, мы должны дождаться рассмотрения того дела, потом продолжить это дело. Мы должны приостановить, значит, рассмотрение нашего дела до того, как разрешится то дело. Но оно прямую взаимосвязь имеет. На судебном участке каком? Ну, говорит, там что-то довзыскивают. Они что потом будут? Вот опять вот это слово суброгация, да? Вот это вот довзыскивать у нас уже потом будет. А не проще просто дождаться окончания у них их споров, а в идеале, конечно, нас туда должны привлечь в качестве третьего лица, и мы должны там участвовать. Уже, по-моему, это очевидно. Если там затрагиваются наши права, мы должны там участвовать. Соответственно, я там приду, я ознакомлюсь с материалами дела как участник, либо как представитель участника. По-моему, очевидно. Если нас никто не извещает, никто не приглашает, так что... По крайней мере, я не знаю, что там рассматривают. Мне об этом ничего не известно. Может быть, я сейчас заявлю ходатайство тогда о приостановлении производства по делу, поскольку есть прямая взаимосвязь. Мы не можем рассматривать сегодняшнее дело до того, пока не будет рассмотрено вот это дело до взыскания соответствующих сумм по экспертизе. Но это прямая зависимость. Да и более того, не знаю, надо как-то обратить внимание, что все-таки там должны нас привлечь в качестве третьей стороны как минимум. Где? Ну где сейчас рассматривается? Вы там ответчики. А, мы там ответчики? А, ну мы там ответчики, получается, как вот по... Суброгация. Но до этого момента, спешите, да? Они же там как-то эти... Суд вам предлагает дождаться решения дела из Октябрьского судебного района, мирового судьи, для его исследования
по этому делу, исследование отдельных материалов из того дела по этому делу. Ну, то есть приостановить рассмотрение суд нашего дела? Суд объявляет перерыв. Но мы же не знаем, когда там будет то дело рассмотрено. Не это дело истребуется. Не вот это, которое мировой сейчас 30 тысяч взыскивает. А какое? Я уже запутался с этими делами. Которое уже состоялось, мы истребовали? Да. Которое да. состоялось. Который в Октябрьском районном суде. Да, где потерпевший взыскивал страховое возмещение. Ага, по 200 вот этих. Угу. Но там тоже вот возникает много вопросов. Как мы можем, ну, если мы там не участвовали. Ну, если мы там миллион бы взыскали, 2 миллиона взыскали, и потом на нас это перекладывают. Очевидное нарушение наших интересов. У меня большая просьба все-таки сделать перерыв как-то побольше, потому что надо подготовиться к этому моменту. Как минимум, чтобы я имел возможность изучить. Я имею в виду как, перерыв с таким расчетом, чтобы какое я имел возможность. Какое дело изучить? Тот материал, который придет, чтобы у меня была возможность не в течение 5 минут ознакомиться, да, там пофоткать и тому подобное, допустим, прийти заранее, допустим, мне там секретарь позвонит и скажу, я приду там, отфоткаю, и там будет у меня хотя бы 2 дня, чтобы изучить, проанализировать, какие-то свои доводы письменные привести. А у вас доверенность выдана на представление интереса по конкретному делу или по всем? Сейчас скажу, я так точно не могу сказать. Скорее всего, по всем. Так. Да, по всем такая генеральная. Не, ну доверенность, доверенность, у нас есть соответствующий договор. Понятно, я сейчас обозначил проблему, что вот существует, оказывается, еще необходимость изучения другого дела, возможно, даже участия в нем. Потому что наверняка там возникнет точно тот же самый вопрос. Что там взыскивают эти 30 тысяч на основании там какой-то экспертизы, наверняка, в другом деле, в котором мы не участвовали. Суд объявит перерыв до 29 ноября 11 часов 30 минут. У меня, по-моему, 29 ноября суд какой-то, точно не могу сказать, но, по-моему, 29 суд. 1 декабря 10 часов 10 минут объявляется перерыв по делу, учитывая заявленное вами ходатайство и необходимость истребования дела для продолжения исследования письменных доказательств. Мой телефончик же есть. Объявлен перерыв, судебное заседание не закрывается. Вам предлагается самостоятельно связываться с судом и выяснять, когда поступило дело. Начать предлагается делать это со вторника. Раньше оно вряд ли поступит. Но вы поймите, что как бы... Вам достаточно делать один телефонный звонок в конце рабочего дня. Поступило или нет, на следующий день вам достаточно будет выбрать один можно час времени, чтобы... телефончик, на который я могу звонить. Они опубликованы. Где ключ? Ну, вам предложили на сайте посмотреть. Прикачивайте. Это не какая-то там конфиденциальная информация. Просто скажите, как вы... Я не говорю, что он конфиденциальный. Вы либо забыли номер телефона, так я подожду, сейчас узнаете и скажете. Если... Я знаю, что ваш телефон. Посмотрите на сайте. Вы что себя так ведете, девушка? Как я себя веду? Вроде скромная такая, все. Ну, номер телефона-то скажите. Что значит, вы пошлите еще меня на 3 буквы? Почему пошлите? Вы номер скажите, я к вам нормально обращаюсь. Скажите номер, как я могу к вам дозвониться, узнать, когда будут материалы дела. Я вам предложил свой вариант, предоставить свой номер, вы мне сами позвоните. Не хотите, ради бога, я буду вам названивать каждый день. Что? Что за баловство какое-то? Детский сад. Записываю. 43. Еще раз, 43. 26. 72. 72, спасибо. А как вас зовут? Алина Валерьевна. Как? Алина Валерьевна. Алина? Алина Валерьевна. Алина Валерьевна. Алина.
Алина Валерьевна, вы вот чудеса не делаете. Я понимаю, вы здесь ходили консультироваться, дать мне телефон или нет, или что? Нет, почему консультироваться? Ну, как-то вы странно себя ведете. Но заборе тоже есть. Я вас спросил информацию, вы обязаны как-то содействовать, разговаривать. А если у меня нету сайта или тому подобное, почему я не могу у вас непосредственно узнать телефон ваш рабочий, чтобы мне звонить? Я вам его предоставила. Ну, как-то со скандалом получается. Почему со скандалом? Вот я задаю вам вопрос, почему со скандалом? Как-то странно вы себя ведете. Как-то будьте поувереннее. Я от вас ничего не требует, он будет естественно.